Приветствую, друзья! Продолжаю писать свой дневник «Затерянный в Дельте». Сегодняшний выпуск будет посвящен обзору удивительно простой и в то же время уловистой оснастки для ловли мирной рыбы под названием «Покоток». Этот монтаж очень популярен на Дону, на Хопре и на других реках Черноземья. Также себе неплохо эта снасточка зарекомендовала и на Нижней Волге. Вот немного видеоряда с предыдущей рыбалки. Давайте посмотрим. Вот и весь процесс. Потихонечку опускаем и смотрим. Оп! Сидит. Тоже приятная. Однозначно какие-то. У нас... Покоток? Да. Рязанский. Рязанский покоток. Покоточек. О, смотри, у Макса тоже хватает. У него в облёшку попадал. Сели на струю, да? Стоим прямо на границе. Оп, оп, и сюда. Есть она. Эльдорадо, Макс? Да. О, смотри, хороший у него. О, вот они. Вот кто, они. Проговорили. Про две. Пойдем. Вторая. Покатки. Поклевывай, да, Сань? Бара. Блин, какой косячок тут напорол. Хороший, блин. На мотылька, да? На мотылька, да. Эй, пойдет. Привет, приезжайте на базу Фурфиш. Андрею. Рыбалка, во! Просто бомба! Давай, давай, спасибо, лови! Отличная тарашка. Хорошая, хорошая. Отличная. Так, тут что у нас? Тут тоже все в порядке, да? Саночки добавил, да? Сами увидели в деле, как работает этот монтаж, как работает покоток. Давайте я вам сейчас теперь покажу, как это все устроено. Начнем с удильничка. Удильник довольно-таки длинный, 40-45 сантиметров, глухая катушечка. Леска проходит через полый карбоновый хлыстик. Здесь сверху на окончании хлыстика стоит коннектор. Обыкновенный, ниппельная резиночка, ну там для амортизации, для смягчения. Вот. На поклевку определяется не по резинке, а именно в руку. То есть карбон очень хорошо передает каждое малейшее касание рыбы, там травинки, дна. То есть все это передается очень четко в руку. Лесочка 0,22 у меня стоит. Здесь мормышечка тяжелая, вольфрамовая, 8 грамм шарик с бусинками. Здесь вот бисер маленький стоит. Далее, где-то 40 сантиметров поводок. И на конце вот такая вот пластмассовая мормышечка. Очень мелкая и легкая. Смысл такой. Подбираем вес нижний. Тяжелые мормышки таким образом, чтобы течение за счет парусности лески вытягивало ее и потихонечку как бы протаскивало по дну, как бы катило. Сдаем немножечко, то есть нашли дно, нашли этой мормышкой удильником и потихонечку начинаем его сдавать. И он мормышку утягивает ее туда, все ниже, ниже, ниже. Прокатили, там 50, 60, 70 сантиметров, сколько вам там хватает размах. Удильника, поклевочки нет, обратно, уже на подъеме начинаем поднимать, поднимать, потихонечку поднимать, так, нет, нет, там изредка так поигрывать им, так шевелить. Здесь это все насадка играет в толще воды, а нижняя мормышечка по дну тоже как бы катится. И весь процесс рыбалки получается сюда. Катим вниз. Катим вверх, катим вниз,
катим вверх. Вот это так вот работает поводок. Ну, знаете, на бассейне рыбалки, конечно, было прям визуально заметно. Те, кто ловил именно вот на такую снасточку, тех и экземпляры попадались заметно крупнее, и поклевки были намного чаще. Ну, и в результате, конечно, поймали значительно больше те люди, вот те рыбаки, кто ловил вот на этот покаток. Вот, в принципе, и все, что я вам хотел сказать и рассказать. Парни, такая рыба, во, не только здесь, в Астрахани. Просто супер, приезжайте, вам будут все рады. Рыбалка просто обалдеть. Привет, Рязань. Ура! Кому было интересно и полезно это видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. На каждый комментарий я обязательно отвечу. Одним словом, будьте в курсе всех новостей с реки Буза. Ну все, пока-пока. До встречи в Дельте Волги. Давай-давай!